Но на самом деле непростой матч. Вот правильно отметили то, что такая борьба была туда-сюда. Но мы выдержали в третьем периоде, грамотно сыграли. И немножко упустили то, что сравняли, я не счет. Но потом нашли силы, вытащили матч, ушли вперед и в итоге победили. А что же все-таки произошло в тот момент? Вроде бы уверенно, комфортно вели 2-0. Где упустили игру? Ну, не знаю. На самом деле, на протяжении всего матча контролировали полностью игру, как бы. Но где-то Минск нашел все-таки путь и нашел лазейки, где-то подловил нас на ошибках. В последнее время команды обе много удалялись, однако сегодня вроде бы такой матч, но всего по 4 минуты штрафа. Это с чем связано? Ну, концентрация, наверное, в основном от этого идет. Старались не подставлять друг дружку, как бы, но дисциплинированно сыграли. Сегодня ваша тройка весьма удачно сыграла. А что скажете про свою вот эту передачу между ног? Нас как-то спиной почувствовали? Ну, на самом деле, там надо было выводить шайбу из зоны, как бы. Ну, так. Не, ну мы же привыкли, что вы умеете всякие разные классные штуки делать. То ли еще будет. Очень рады были трибуны вашей заброшенной шайбе. Насколько лично вам приятно? Ну, на самом деле приятно. Очень и трибуны поддержали, и я это чувствую. Спасибо большое, на самом деле. Крутые эмоции мне подарили. А победный танец раздевалки ваш любимый будет какой-то? Итак, на табло все видели. Вообще неплохо получилось. Ну, по-моему, великолепно. Я тоже считаю.